Более 1000 водителей привлечены к административной ответственности. Таковы итоги работы госавтоинспекторов за минувшую неделю. Причем, об этом говорит статистика, чаще всего водители игнорируют пешеходов, а более сотни раз не предоставлено преимущество. Сами пешеходы тоже отличились, примерно столько же раз нарушили правила дорожного движения. А вот 20 водителей, по всей видимости, будут лишены водительских прав. 15 из них сели за руль пьяными, еще 6 отказались пройти медосвидетельство.